Я знаю, что у вас, раз уже прозвучало здесь вот слово «отец», родители, родители совершенно не имеют никакого отношения к творчеству, да? Это правда. Да, кто они? Мама у меня маркетолог, а папа рекламным бизнесом занимался. Как родители отнеслись к вашему выбору по профессии? За что я им очень благодарен, меня всегда поддерживали. Угу. Наверное, видели мои горящие глаза. Ну, во-первых, они сами сделали ошибку в том, что в детстве отвели меня в театральную студию. В детский вот театральный... Детский театр-дуэт, он сейчас, это уже театр, раньше это была студия, теперь это театр-дуэт, в Петербурге он находится. И, в общем, это была роковая ошибка, потому что я влюбился в этот процесс, я влюбился в театр, в детский театр. После ряда гастролей и спектаклей в Петербурге я играл как раз, играл я Труффальдино. И вот после этой роли Труффальдино я понял, что, наверное, это та профессия, которой мне хочется заниматься. Видя, наверное, мои горящие глаза и желание поступать в театральный вуз, они, в общем, поддерживали это. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».